На программу льготного автокредитования правительство направит дополнительно 8 миллиардов тенге. Автомобили отечественной сборки можно приобрести на льготных условиях поставки 4%. И еще 2 миллиарда из государственной казны пойдут на лизинг казахстанской сельхозтехники и оборудования. По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Жениса Касымбека, за предыдущие 3 года существования программы реализовано около 14 тысяч транспортных средств. На новый транш из бюджета планируется выдать кредиты на 2000 авто и в будущем достичь показателя до 500 единиц техники в год. Новые кредиты, как и раньше, будут выдаваться за счет денег, погашенных действующими заемщиками. Такие правила действуют с самого старта компании. Тогда из нацфонда было выделено 26 миллиардов для кредитования физических лиц. Условия также остались прежними, не более 4% годовых со сроком до 7 лет. Но при этом стоимость легковой машины не должна превышать 15 миллионов тенге. В текущем году планируется выделить бюджетное финансирование холдинга «Байтерек» в размере 10 миллиардов тенге путем льготного финансирования банками второго уровня. 8 миллиардов тенге, из которых будут направлены на льготное автокредитование, а 2 миллиарда тенге – на лизинговое финансирование коммерческой техники.